Как только погода дала передышку от дождей, техника вышла на объекты. Жители Губино помнят, как в буквальном смысле, перепрыгивая через лужи, приходилось идти в местную амбулаторию. Не самое простое занятие для людей, нуждающихся в медицинской помощи. Уже сейчас здесь подготовлено основание под укладку асфальта. А это еще одна народная тропа к новой стройке. Тропинка буквально соединяет два деревенских микрорайона – поселок и ПМК. На территории деревни Губино реализуется много программ. Это и светлый город, это и комплексное благоустройство дворовых территорий, это и ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, и народные тропы, там, где люди находили тропы, там и делаем мы асфальт. В общей сложности в этом году, это без подсчетов, больше 10 тысяч квадратных метров асфальта уложено в деревне Губино. А это уже деревня Кабаново. Два тротуара построят к Орехово-Зуевскому техникуму. Фактически этими тропинками пользуются не только студенты и преподаватели, но и все жители, кто ходит пешком в частный сектор деревни. До этого момента жители делали себе настилы через лужи из всего, чего придется, чтобы выйти сухими. Всего в Орехово-Зуевском округе по программе народных троп фактически строится 65 новых тротуаров. Половина из них уже готова. Если погода не преподнесет дождливых сюрпризов, то все работы завершатся уже в середине октября.